Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Карачаево-Черкесии переменная облачность. Вечером и во второй половине дня в горах местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-18, днем 25-30. В горах ночью плюс 6-11, а днем 17-22. В Черкесске без существенных осадков. Температура ночью 16-18, днем 28-30 градусов тепла. С введением третьего этапа снятия ограничений в республике открылись плавательные бассейны и водоемы. Чтобы купальный сезон радовал целое лето, необходимо соблюдать правила безопасности на воде как взрослым, так и детям. Али Баташев расскажет о том, как не навредить своему здоровью и успешно провести отпуск или каникулы. Купание в летний зной любят и взрослые, и дети. Многие мальчишки и девчонки приходят на пляж без родителей. И часто о правилах безопасности на воде они узнают из памяток, которые раздают им сотрудники МЧС. Мы не купаемся в местах запрещенных и неизвестных нам. То есть для того, чтобы не попасть в какой-нибудь водоворот, удариться там о корягу, значит, повредить ноги. Мы, значит, следим за детьми, когда находимся на водоеме. Мы не подаем ложных сигналов о помощи. Мы не употребляем спиртные напитки. То есть это вот основные правила, которые необходимы для безопасного поведения на воде. Некоторых юных любителей плавания не останавливает даже непогода. Когда небо содрогается от грома и проходящий ливень побуждает многих покинуть пляж, отдельные отчаянные пловцы продолжают нырять и купаться. Нахождение в воде сопряжено с риском для жизни, а экстремальные условия увеличивают опасность, будь то жара или дождь, говорят спасатели. Вроде бы отдыхаем, но мы находимся в среде, которая опасна для нас, которая не предназначена для нашей жизни. Мы в ней можем находиться только кратковременно. А вот в жаркую погоду, если мы очень быстро войдем в водоем, у нас может произойти мышечный спазм. Очень резко меняется температура тела, то есть нагрузка на организм, на сердечно-сосудистую систему. Что касается вот в дождливую или ветреную погоду, ну, здесь может быть удар молнии, здесь может быть потеря видимости, то есть вас ослепило ветром, там бросило в глаза какой-нибудь пакет, мусор, песок. То есть, ну, купаться нужно в определенных местах и в хорошую погоду, в погоду, предназначенную для этого, а не в экстремальных условиях. Мы же все-таки отдыхаем, а не занимаемся экстремальным видом спорта. Вопрос обеспечения детской безопасности на водоемах республики по-прежнему остается острым. У нас очень серьезные водоемы, у нас горные реки с быстрым течением, поэтому если вы отдыхаете на берегу водоема с детьми, дети должны быть под постоянным контролем. За ними необходимо постоянно смотреть, потому что обрывистый берег, быстрое течение, здесь буквально недалеко до беды. Поэтому, товарищи взрослые, если вы находитесь на берегу горной речки с детьми, будьте добры внимательно следить за ними. Но опасность стоится даже вот в водоеме со стоячей водой, то есть вот на нашем зеленом острове очень много детей приходит без сопровождения взрослых. Спасатели делают замечания, спасатели делают постоянные объявления, но ребенок, который не контролируется взрослыми, значит, он на это обращает очень мало внимания и подвергает свою жизнь опасности. МЧС призывает родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой несчастного случая. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». В 9 утра смотрите программы на абазинском языке, а следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14:30 с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей, скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Незабываемый отдых в Крыму. Феодосия, Судак, 6 дней. И все направления Краснодарского края. Геленджик, Дивноморск, Архипоосиповка, Джугба.
Обращаться по телефонам 8 928 03 04 366, 8 963 283 05 15. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас.